Ну и, понятное дело, пока она будет искать, мы будем заниматься другими всевозможными делами. О, черт ты ее дери. Как ты сюда попала, девочка? О-оу. А, вот она снова здесь. Слава богу. А то я даже себе не представляю, как ее можно было оттуда вызволить. А, стойте. Вот он, знаменитый светофор. В тот раз я забыл его сделать, но в этот раз не забуду. Так, и мы с вами делаем его. Поехали. Конечно, еще бы парочку таких, и, может быть, микроволновку я бы взял. Ну, по идее, все. Ну, конечно, можно из чего-то здесь что-то сделать, это как всегда. Можно динамит залупить. Давайте возьму. Все равно выбора нет. Большого здесь. Oh, yeah. Так. Тут у нас гранаты. Ну, у меня два напитка имеется. Слушайте, ну я думаю, мне пока хватит. А это что, у нас пистолет обычный? Да, обычный пистолет. Давайте вот как раз ей и отдам. Будешь отстреливаться, если, конечно, умеешь отстреливаться. Ну а нам, в принципе, далеко ехать. Я думаю, что Джейми Флинт сейчас нам начнет названивать. Вот увидите. И лучше бы он начал это делать. Эй, приятель, какой-то покоцанный мужик на шоссе рядом с районом Инглтон. Иди с миром, друг. Так, какая-то контрабанда там у нас назревает. Но вот это вот уже интересно. Так, так, так. Как раз, наверное, будет нам по пути. Потому что здесь по южному шоссе можно проехать, но потом все равно пилить через другие районы. Так давайте и походу, может быть, это задание выполним. Поехали. Ну, в общем, по тому же маршруту, я так думаю. Так, мы здесь уже проезжали. Все верно? Да. Здесь проехали. Ну, я жду еще звоночек. На самом деле. Воу, щит. О-оу. Быстрее, им надо отсюда убираться. Но, блин, поехали на этой штуковине. А, я сейчас смогу сделать комбо автомобиль, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Так, да, это будет новый комбо автомобиль. Чертеж его дали после завершенной главы. Давай, девочка, садись быстрее. У тебя есть пистолет, во-первых, что ты их там с коленки месишь? Ну, прыгай, 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 прыгай. Какая она медлительная. Ой. Оседлала все-таки БК. Так, что она умеет? Так, умеет ускоряться. Ага, это фейерверки. Ну, неплохо. Смотрите, эти фейерверки поднимают их вверх. Круто. И вот ускоряться, по-моему, можно, да. Можно ускориться. Ну, такой зачетный автомобильчик. Ну, плюс еще месят их. Ое. Еще давай. Йоу, голодный мужик около магазина футболок в районе Сентрал разглядывает зомби. Меня уже ничто не удивляет. Ну вот, смотрите, еще одно задание в Сентрале. Как раз рядом с убежищем. Вот туда мы и забежим, значит. О, подождите. Позвольте взглянуть. Тут какое у нас испытание. Может быть, у меня есть все необходимое для того, чтобы его, так сказать, выполнить. Так, огнем, 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 огнем надо бомбить. Так, а у меня есть огонь? Ха-ха. Или это не огонь? Как думаете? Да нет, это огонь. Хоть и взрывающийся, но огонь. Давайте поглядим, во-первых, сколько их здесь. Мне побольше их надо. Но придется ехать. Придется, скорее всего, ехать. Сейчас я тачку подгоню, она быстрее будет. И мы как раз в ту толпу. Давай, 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 давай. Вот так вот. Ну, вперед она, понятное дело, быстрее будет ехать. Так, сразу проверяем.
Ну, наверное, огонь. Можно, конечно, еще вот так вот поделать, но много так не сожжешь. Но в любом случае, всего 40 убийств надо замутить за минуту. Эй, Ник, кто-то еще живой находится в том большом особняке рядом с Биг Баг в Сансете. О, да. Ну вот и все, золотая медаль. Счет быстро как-то получилось. Смотрим, куда ехать дальше. А дальше нам надо разворачиваться. Давай, девочка, садись быстрее. Садись быстрее, я прошу. И выезжаем на шоссе. Ну, это, считайте, еще там 50-60 тысяч. Как же повезло, что у меня это оружие с собой было. Так, сюда, по-моему. Да. Добавляйте. Весь в ожидании. Не успел посчитать. И не успел суммировать те очки, которые я здесь сейчас получу. Эй, мужик, что стряслось? А, это всего лишь царапина. Я нахожу парней, которые сделали это со мной и поджигаю гребаные фургоны. Воу, что они сделали тебе? Я был в их банде около 10 лет, и недавно они просто отмудохали меня и бросили подыхать здесь. Так, а почему ты взрываешь именно фургоны, чтобы отомстить? Блин. Тебе что, надо все разжевать? Дело не в фургонах, мужик, а в контрабанде, которая в них. Вспышка вируса определенно помешала их планам. Черта с два, теперь они вывезут что-нибудь из города. Я этого не позволю. Полагаю, им придется столкнуться с тобой, чтобы сделать это. Хе-хе, вот теперь ты видишь, в чем дело. Хочешь поучаствовать? Найди фургоны, подожги их, и может, я тебе смогу кое-чем помочь. И сколько? 5 венов надо уничтожить. Где же они находятся, эти вены? Ну вот один прямо здесь на дороге. Второй в Алмуде, там же на шоссе. Я примерно даже знаю, какой у нас сейчас будет маршрут. Ну, примерно знаю. Здесь уничтожим этот, съедем сюда. Проедем тут, уничтожим другой. Ладно, поехали. Там будем разбираться уже на месте непосредственно. Так, девочка, прыгай. Тебя я не хочу оставлять, если честно. Очень она хрупкая у нас. Так, и... О, какая классная машина была. Прям как Волга, чайка которая. Так, вот он, вен какой-то у нас. Давайте. Yes. Ну давай, уничтожайся уже наконец. Шикарно. Но что-то как-то все очень слишком сильно, на мой взгляд, сдетонировало. Вот нормально, точило. Так, девочка моя. Ну-ка, прыгай. Она не сможет запрыгнуть. Давай, 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 давай. Ну, я надеюсь, села. Да, она села. Ох, сейчас ее будет заносить, уверен. Да, ее неплохо заносит. Итак, еще раз смотрим, как ехать, чтобы не заблудиться. Ну, я думаю, не заблудимся. Ну, знаете, при хорошем раскладе, на мой взгляд, остается где-то два испытания. Блин, показалось, тут есть какой-то проход, проезд, а в итоге нарисовалась стена. Машина, правда, очень длинная, неповоротливая. Очень сложно с ней управляться. Но, может быть, если разгонится, то... Будет очень даже ничего вариант. Так, вон он, еще один вен. А тут бандиты, смотрите-ка. Так, засранца, а ну-ка. Немножко усложнили нам задачу теперь. Давай, сейчас будет мега-взрыв. Можно уезжать. Так, девочку мою не трожьте.
комбо из этого сделать. А, можно сделать. Почему нет? Да, друзья? А, мы сейчас сделаем вот так. Распределяем очко. Потом на книжные эффекты. Оставляем кое-что. Ну вот, бонус к получаемым очкам. 4 очка потребуется. Или краудсвим. Плавать в этих зомбаках. Ну ладно, давайте тогда доп. Очки прокачаю. И смотрите-ка, еще 3 остается целых. Так, я прокачиваю эти предметы. И, наверное, вот эту вот тяжелую технику. И на что бы еще. Так. Урон. Ну ладно, начну вот эту вот способность качать. Так, прыгай. Я тебя прошу быстрее. Плохо, что здесь... Очень плохо, что здесь две двери. Они там сколько угодно сейчас могут пытаться меня атаковать. Но не с дубинами. Правда, у них есть коктейли Молотова. Но я успею отсюда уехать целым и невредимым. Вроде бы сюда, в эту сторону. Проверяем. Да, на шоссе еще один вэн. Надо поторапливаться. Потому что это задание, как и все остальные, имеет ограничение по времени выполнения. Так, тут что у нас было? Что показалось? Я, пожалуй, пересяду. Меня уже тошнит от этой машины, хоть внешне она очень круто смотрится. Такой old school. Это я, дурачки. Тут уже похоже что-то на небольшой блокпост. Ёшкин ты кот. А ну-ка быстрее, пока они не всадили мне еще разок гранатометом. Так, вот он, Вен. Отлично. Надеюсь, все будет просто. Так, отходи оттуда. Придется сейчас ее покормить, попоить. Блин. Жестко все взрывается, конечно. Но от этого, по-моему, никуда не денешься. А, я сейчас знаю, что я сделаю. Я сейчас сделаю... По-моему, шок-дозер называется. Ну, по аналогии с бульдозером, только это шок-дозер. Так, ее насилуют. Ее надо освободить. И придется сейчас ей... Так, по-моему, вот это рандомайзер, да? Ну-ка, бери. Бери, девочка. Поворачивайся. Да твою мать. Давай. Да бери ты быстрее. Интересно, она сможет блевануть? Как думаете? Давай, не отвлекайся. Бери! Блин, это просто гиблый вариант. Сейчас заставить ее что-то... съесть или выпить. Но это придется сделать. Так, насколько я помню, это вот так работает. А это у нас небольшой заряд. Блин, как же тут... Ну-ка, не. Такую штуковину, конечно, не пододвинешь. Блин, ну, с другой стороны, это... Просто как черепаха какая-то. Вот гоночные тачки есть. Сейчас на ней уедем. На одну из них. Так, надеюсь, она сейчас забежит со мной внутрь. Где, надеюсь, не будет зомбаков. Да, их тут нет. Так, ну давай. Не за что. Тоже почистила желудок. Желтая. Прыгай, девочка. Сейчас мы с тобой поедем. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Так, ое. Здесь, ой, закусочную залетел. Сейчас мы возьмем задание. Там кто-то на крыше нас ждет. Рядом с убежищем. Что ж вас так много здесь? Давай! Так, я чур в убежище первый. Ладно. Привет, друг. У тебя все в порядке? Да, да. Сегодня хороший день. Посмотри, как те неистовые дьяволы разрывают и обгладывают своих врагов. Тех самых богатеньких ублюдков.
вчера они заставляли меня полоть их сады. А сегодня они стали очень голодными. Они убивают людей. Ты говоришь так, будто восхищаешься ими. А у них, наверное, крепкие яйца, не так ли? Ведь они уже получили по заслугам. Не то, что те, кто отсиживается в убежищах. У себя на родине. Я был профессором антропологии. Я приехал сюда за американской мечтой. И что эти высокомерные шлюхи заставляли меня делать? Стричь их петуни и выгребать их говно. Им пофигу на мой диплом. Зомби, они никому ничего не прощают. Они просто жрут. Все же это не наилучший пример для подражания. Почему бы нам не продолжить разговор в другом месте? Не так быстро, амиго. Принеси мне немного свеженькой мертвечины. Я хочу показать тебе кое-что. Да, но мяса сколько? 5 кусочков мяса. Так, ну что же, время у нас подошло к тому, чтобы переодеться. Итак, меня интересует тот БК, я говорил, что можно взять, побегать в нем. Но это как акулка, а мы в акулке уже бегали. Сейчас сниму и этот шлем. Ну вот самое оно. Итак, чем наколотить зомбаков, чтобы у них отлетали части? Есть у меня тоже небольшие соображения на этот счет, как всегда, в общем-то. Итак, насколько я помню, что-то механическое у нас было. Помните, вроде бы из перчаток делалось что-то. Ну, попробую сейчас найти. Мне только нужна буквально секундочка для этого. Это у нас... А, комбо оружия уже было готово. Да, вот. Слэпер. 1-2, не знаю, сколько взять. Ну, давайте возьму один слэпер. И тогда, может быть, суперкомбо оружие тогда стоило бы взять. Так, смотрим. Флэйган я выкидываю. Он мне просто не нужен. Может быть, стоит по частям что-то взять. Ладно. Ну, окей. Беру. Так. Давайте, суперкомбо оружие. И вот, наверное, электро-айс, электролёд подойдет для меня сейчас. Ну и можно еще пулеметы взять. Парочку. Никому от этого плохо еще не было. Правильно? Так, бери-ка. Да, для тебя, девочка. Ну что же, пойдем. А, кстати, кусок-то я уже видел. На самом-то деле. Кусок. Давайте я сам подкреплюсь. Quick step. А, неограниченная стамина, то есть выносливость. Итак, первый кусочек есть. Ну покажите, что первый кусочек есть. Или ему нужно отдавать. Не знаю, зачем тебе это. Но вот. Держи. Дай его мне. Я хочу его. Ну да, еще 4. В общем, все правильно. Но, блин, я бы ее здесь оставил. Ну ладно, она может быть нет. Она начала их висеть. Ладно, надо быстрей. Так. Вот, выпало. Смотрите, как здорово. Так, мне еще нужно. Еще. Может быть, даже я пока здесь скину оружие свое. Давайте, вот это вот скину. Ага, фиг вам. Так, мясо, выпадай. Ну там, где погуще. Давай. Вот еще кусок. Так, 2 куска есть. Давайте еще сейчас полупим. Так, нужны куски. Есть, по-моему, кусок еще. А, нет, это бэк-пэк. Есть. Как раз 4 куска. Так, отстаньте от девочки. Красота. Еще скажешь спасибо. Так, где-то здесь было это мясо. Блин, неужели оно пропало? Так, ладно. В одном месте все скидываю. Надо было сразу больше скинуть. И давайте с слэпером добьем уже их наконец. Слэпер. Забирай. Накормил, да? Вот, похоже. Да. Все. Блин, ее сейчас там замочат.
Надо быстрее делать ноги. И дать ей что-нибудь поесть или попить. Я надеюсь, у них хватит ума оттуда убежать. Ну да, скорее всего. Давайте быстро здесь тогда заканчиваем. Еще. И, наконец, последний кусочек. Фу. Лучше бы этого я не видел. Боже, да. Восхитительно. Вот, я и отомстил им. Я жру богачей. Готов поспорить, что там еще полно мяса. Мясо из богачей. Я иду с тобой, амиго, да? Возможно, мы найдем еще. Только тронь меня. И ты труп. Усек? Ну вот и мы закончили это очень своеобразное задание. Так, динамит. Пробуем сейчас скомбинировать. Да, почему бы нет? Уверен, что все получится. Так, ну слэпер мы, понятное дело, опять же, по понятным причинам выкидываем. Сейчас я сюда кину. Давайте, накидывайтесь. Так, вот там тоже огромная просто их куча. Ну, забираю оружие, и мы едем дальше. А, вот, смотрите, тут еще... А, он за нами побежит? Да. Так, в таком случае... Сейчас мы ему дадим нормальную пушку. В крайнем случае можно еще и забежать в убежище. Там взять. Так, все гранаты выкинул. Слава богу. Держи, чувак. Это тебе. Но вот так можно и на босса пойти. Правда же? Куда я там тачку свою? А, тут два места. Тут только два места будет. И теперь забираем раз. Забираем два. Забираем три. Лезет. Слоты есть. Все. Так, девочку покормить еще надо. Давайте возьмем ей что-нибудь перекусить. Водки. Так, где вы там? Держи. Нет, это я девочке хотел дать. Оба. Смотрите, сейчас полностью здоровье восстанавливается. А я, кстати, наугад сказал. Я не знал, как оно восстановится. Полностью или не полностью. Итак, требуется автомобиль нам, очередной вен. Ну и потом уже до босса доберемся. Разумеется. Надо девочку сейчас кинуть. И там заживем. Ой, как красиво. Рабочий автомобиль. Но не уверен, что они смогут сейчас через них, опять же, без урона для себя пробиться. Так, девчонка села. А давайте того чувака просто бросим. Пусть он возвращается к нам в убежище. Для этого достаточно всего лишь далеко от него отъехать. Не уверен, что с ним что-то случится. А даже если случится, даже если он погибает, то все равно он возвращается. Ох ты ж, батюшки мои. Хорошо, хоть сами не взлетели. Еще раз посмотрю на карту, чтобы здесь ничего не забыть. Чтобы ничего не упустить. Да. Он вернулся в сейф-зону. А вот здесь нас поджидает очередной вен с бандитами. Так, берем вот эту отличнейшую пушку. Правда, там с автоматами еще есть собаки. Все, почти все. Да, все. Воу! Офигеть. Между прочим, скоро уже... Новый уровень. Так, успеешь прыгнуть? Блин, хоть помогай ей. Ну давай, прыгай. Бля, ты ну-ка. Давай сюда, девчонка. Yes. Наконец-то. Может, даже придется менять автомобиль. Неплохой занос был. Эх, и внедорожник тоже был. Вен где-то на мосту или под ним. Под ним, значит.
Тут гоночная тачка не респонилась пока что. Ладно, выходим. И уходим отсюда. Оп. Тут тоже тачка не появилась. Прискорбно, прискорбно. А, вот есть. Отличнейший внедорожник. Крепенький, самое главное. Багажник прыгай. Yes. Так, вен. Помните, здесь мы на склад с вами заезжали? Ух ты. Зомбаки. Опасные, наверное. Так, работаем. А, это не то. Прошу прощения. Вот он. С контрабандой. Но это уже издержка. Ну что ж, я думаю, что следующим у нас будет место, где живет ее семья. Нашей дамочки, которую мы подобрали и согласились помочь. Ну и потом будет босс. И, соответственно, возвращаемся уже через того мужика, задание которого мы взяли по вот этим микроавтобусам. И возвращаемся к Ронде. Вот такой вот у меня план на ближайшие серии. Я благодарю всех за просмотр серии. Огромное спасибо, что ставите лайки, комментируете видео. Это очень помогает. Скоро увидимся. Всем пока!